Здравствуйте, с вами Кирилл Деденок и в эфире новый выпуск News. Наконец-то наступила весна. Мы с вами знаем, что Бог дал каждому из нас как минимум 16 талантов. Поэтому мы люди творческие, а значит, по-творчески подходим ко всему, что делаем, даже к молитве. Каждый вторник мы молимся за нашу страну, за наш город, за мир во всем мире и за каждого из нас. А еще молитва может спасти чью-то жизнь. 3 марта состоялось открытие молитвенного марафона «40 дней за жизнь». Ты можешь принять в этом участие. Быть мамой – одно из самых творческих призваний. А все будущие мамы собираются знаете где? Конечно же, на собрании Youth Ladies. Позапрошлую субботу все девочки собирались на мастер-классе Анастасии Постригай, а также узнали секреты настоящей женственности. Мое поколение тоже очень творческое служение. В их команде 700 человек, а также 15 новых тимеров. Откуда они все взялись? Прошли лидерские курсы «Мое поколение». Скажите, а кем вы мечтали стать? Это может удивить кого-нибудь, но я мечтала стать водителем-дальнобойщиком. Я мечтал с детства стать юристом. Космонавтом. Банкиром. Наверное, космонавтом. Хотела быть ветеринаром. Родители не разрешили. Пришлось идти учиться в медицинский. В страховой компании работаю. Я стал сейчас кондитером. В институте учусь и все. Космонавт. Я сейчас менеджер отдела защиты. Я экономик. А ты исполнил свою мечту? А теперь немного анонсов. 13 марта в 19:00 в церкви будет общецерковная молитва. Обязательно приходи. Весной начнется альфа-курс в 6 разных местах. Пригласи друга на альфу. Меня зовут Полонский Евгений, и я подростковый пастор. Мы уже начали работу над новой программой для весеннего подросткового выезда с 11 по 13 апреля. Суперский подростковый выезд. В жизни мужчина больше всего боится двух вещей. Призыва в армию. Я же служил. И 8 марта. Что ей подарить? 8 марта мы уже пережили. Весенний призыв только через месяц. А торжественное женское собрание было в четверг. Девушки, будьте ласковыми, добрыми, красивыми, умными, приветливыми, милыми и любите нас. И в этот яркий, трогательный и важный для всей страны момент хочется вспомнить слова нашего современника. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенная, необыкновенная, милая, бесценная. Марта.